Я безнадежно подсел на зеркала. Не могу пройти мимо, не поглядевшись. А потом жутко расстраиваюсь. Зеркала — это злобные объекты, созданные, чтобы портить мне настроение. Я не верю, что они честно отображают действительность. Я даже не пытаюсь заснуть. Лучше провести ночь, нервничая в постели. Радио накачивает новостями. Я изумлен тем, как на самом деле мало всего происходит. Они повторяют одно и то же. И если на шоссе А4 перевернулся грузовик с овсянкой, об этом будут вещать полтора дня по 4 раза на час. А ночь так длинна, что не поддается описанию.